малявки булочку кушают, бульончиком пропитаны. Вкусно, все съели уже. Какие карапузы, но они отъелись, скажу я вам. Да, животики кругленькие. Сейчас вам дам, подожди. Так, уже облопались, хорош. Все, идем домой. А малые округлились уже так, знаешь, такие бутусики. Ой, какие мы стали красавцы тут, да? Сколько вас тут? Четверо? Четверо вас осталось? Забрали кого-то, да? Видите, кому-то повезло. Вас четверо осталось, да? Все, самую бойкую забрали, да? Или мальчишку забрали? Кого? Мальчишку забрали. Мариш, тут одного забрали. А? Одного забрали, их же пять было. Давай. Слушай, а где мама кушает? Я покурить хочу. Наверное, парнишку у них забрали. Девчонки только остались. Мы прям корм раскидали. Женский хаос. Жрите. Дай нас попробуем. Вот так. Так, ешьте. Я вам все дала. Ешьте. А вы что сожрали? Жуля, кушай. Смотри, руку откусит. Иду. А вы меня забираете. Что вы такие вкусняхи носите? Ну. Пойдем на машину. А дай мне сигарету. А у меня нету. Больше нет, все? На выдаче, да, можно. Пошли на свет. Они тебя, правда, вряд ли оставят. Рыжульчик. Ну смотри, это тоже на рыжулю откликается. Тебе дать не на крокодил. Крокодил. Конечно, вкусняшки раздают, а меня забирают. Фоткайтесь вы сами. Ну. Молли, твой черед. Стой! Спокойно, спокойно, спокойно. Без фанатизма. Водички попила? Можешь Молли тоже повычесывать? Да. Если догонишь, вычеши, да. Однако, чешите меня, матушка, чешите. Я вся ваша. Я самая спокойная собака в мире. Божечки мои, а хвостяра ты какой! Хвостяра! А-ля хаски. Ой, ой, и поцеловать пытается, смотри. Марта, ну ты-то. Стой. Спокойно. Ой. Все, понеслась, понеслась. Там фотосессия, там лошадь. Нина Андреевна гуляет. Видел, я смотрю. Он на них, по-моему, особо внимания не обращает. Ну, не знаю, я сейчас видела, что обращает. Ну-ка, давай. Коль, я лапу поправлю. Муля, иди сюда по-тихому. Ну, в свалку не устраивайся, а? Скажи, Коль, такие же сумасшедшие, как у меня в вольере, да? Ничего нового, да? Думал, привезут на курорт. Никого. Тут и кобылы, и козлы,
сидеть. Да. Не надо. Сиди. Сиди, сказала. Смотри, аж лошадь ушла. Послушала, как ты, Молли, звуки издаешь. И решила подальше уйти. Ну, это вообще, конечно. Смотри, подшерстка все еще зачесывает. Так, иди сюда. Молли. Давишься. Болото, цветочки. Молли. Красота. Смотрите, одуванчик. Одуванчик. Нет, не скидывается. Надо сдувать. Привет, подруга моя. У ребят фотосессия. Вот там девушка-фотограф фотографирует. Она причем так интересно делает это. Ну, поскольку я любитель, а не профессионал, мне очень интересно смотреть. Она, чтобы привлечь внимание собаки, она там разные звуки издает, мяукает. У нее там клаксон есть. То есть так, чтобы кадр поймать, так работают профессионалы. Все, лошадка. Хорошо, тут березки такие. Вот это, смотрите, какая интересная береза. Прям 4 ствола из одного. 5-й, 6-й. Вот так вот, недалеко друг от дружки. Интересная. Там наши стоят. Пойду к ним. Кушать уже хочется. Ходи за мной. Отвлекла. Отвлекла собаку. Что, Колямбик, отдыхаешь? Да. На травушке? Мы добегали. Ну, правильно, Колямбик. Косточку будешь? Да не будет он. А уже все съели. Да он и не будет, да он и не будет. Да. Когда стали на папиросу? Да, сейчас. Давай ее. Ой, прям так это, нажала так. Ненужное место. Ну ты не куришь, ты не куришь? Ты приличная женщина? Давай перед Колямбой ты это хоть покажи, что ты приличная. Ну, не знаю, не знаю. Гарем Колямбы может и пополниться. Да? Наша шведская семья уже есть. Нужно разрастаться. Ой. Аж блестит. Ну и Колямбу вычесывай. Слушай, я его 6 раз вычесывала и 6 раз полная это. Полная, прям полная. Сейчас надо каждый подмечать, чесать. Водичка у тебя есть, да? Ну как это вообще в тебя не влюбиться, а? Ну смотрите, сейчас накаркаете. Я молчу. А я вообще-то про собак. Ну сейчас они все выгуляют. Работают профессионально. Потом эти фотографии девушка куратор будет выкладывать в соцсети, на Авито. То есть везде, где только можно показать собак, чтобы их попиарить.
Девушка. По-моему, это Сулико. Если я не ошибаюсь. Марин, а это девушка Сулико, да, фотограф? Марин, это девушка-фотограф Сулико, да, которая вас фотографировала, нет? Другая? Ну, видишь, как. Нет, я ошиблась, Нина Андреевна. Что? Девушка. Нет, девушка, нет, это не от Сулико. Но она так интересно работает, она, чтобы привлечь внимание собаки, слышишь, мяукает, какие-то звуки издает. Если так глядишь, я так подучусь, тоже пойду в фотограф. С фотоаппаратом. О боже, какая красота лежит. А вот тот край весь земляничный. Да, я знаю, я же там уже пару раз пробежалась. И вот тут тоже все везде в землянике. Если козлы не сожрут все, не вытопчут. Ну не вытопчут, жрать они вряд ли это будут. Они, я посмотрела, они в основном это листву едят, веточки. Слышите, она кричит. Привлекает внимание, молодец. Видишь, я теперь тоже буду знать, как привлекать внимание. А то я же со всех сторон, а надо просто покричать. Да-да-да, а то надо оп, мяу, как-то такие. Смотрите, а лошадь-то не боится собак? Она так, она так лапку подняла? Может. Ну вот, посмотрели, как работают профессиональные фотографы. Ну да. Они вчера тоже, она мне сказала, мальчик, вчера, говорит, тоже прибегали выгуливать их. Ну а что, пока погода хорошая, чего нет-то? А что ты сделала? Морковушка. Гавкайте! Во, Колямба, в одуванчике ложись! Марта, ляг уже куда-нибудь! А у меня морковка! Завидуйте! Малые такие прикольные. Ну, все. Извините, жую, но... Ну, жую. Такие морды. О, мартышу тоже вычешем. Она балдеет, сейчас будет улыбаться. Ее когда по животу гладишь, она начинает улыбаться. Собака-улыбака. О, балдежность пошла. Собака-улыбака. Пойду козлов кормить. Все, идти, нет? Идти или нет? Вы же не идти. Все, пошла козлов кормить. Козлов покормлю и домой поедем. Так, где тут мои козлятушки, ребятушки? Выйдут ко мне? Или они там заняты? Козлятушки, ребятушки, кому морковочки?
Ну? Нет? Мне к вам идти, да? Ну ладно. Давай с этой стороны приду к вам. Привет! Еще раз. На, морковушку. О! Вкусно? Жуй, дай другим-то поесть. Отходи. Ой, ой. Ну смотри, уронил. Обслюнявил и уронил. Так, следующий. Так, кто следующий? Ну, ты еще не съел. Кто, кто? Ты? Все равно ты, да? Ешь. Ух ты, ротяка у тебя какой. Так, на тебе. Будешь? Ой, у тебя зубов нету, что ли? На, такое удобно будет тебе взять. О, ешь. Хрум, хрум. Вон у вас на полу морковка валяется. Ой, ой, ой. Вон внизу доедайте. Да ну вас. А! Давайте быстренько. Кушаем. Все, я пошла. Пока-пока, козлятушки. Все, бежим. Уходим, отползаем. Все, Колямба домой приехал. Да ладно, свои. Все, Колямбочка. Вот и детки свои. Так. Брали. Давай я их подгоняю. Хотя, мне кажется, они не боятся. Шведов. Держи Колю. Сейчас мне подашь. Помогу, я сейчас залезу. Да. Я тебе сейчас стоп. Сколько пошла? Что, Колямба? В семью вернулся. Ой, Коля. Так, давай, Колямбочка. Жуля, Жуля, Жуля. Прикрой. Ага. Все, Колямба, ты в родном доме. Давайте обнюхивайте, девки. Правильно, нюхайте. Знаете, кто там был? Все, убираю. Сейчас обнюхают, обнюхают Колямба. Все. Пойдем чиститься.